играет. Тут дали ему игрушку такую в виде мышки. А то отбирать хочет. Не тут-то было. Вот он. Замерз голубенок. На это. Мелочь-то вся замерзает. Мы ему отдали. Вот теперь он эту голову носит. Ну, зверь настоящий. Да, они подходят к нему, там рыжая, это бабушка его, вот она сидит, и мать, вот она, а он как зарычит, да, лапой бьет, он потерял, вот она лежит. А что-то увлекся другое, там что-то попалось ему, забыл игрушку свою, надо отобрать эту, вторую, это еще он играет чем, это... Он, видишь, еще увидел виноградник, брось туда в ведро куда-нибудь. Ну, ребенок. Главное, это сейчас такая, а сколько раз уже головки даешь такие, что-нибудь еще. Он заиграется, бросит и сидит рядом. Они сразу же съедают. Вот он как. Учится. А когда живая мышка, и мышка убегает, вот это да. Но тут нету нынче. Тут все выхлестнули. У нас... У Надежды Васильевны 3, у меня 3, и в храме 3, 9, и все на нас. Но из них 3 котенка. Три и 6 взрослых кошек. Вот он как. Ох, что делает? Это подвала, у нас печка так вот. Я не даю ее подмазывать. Железным листом все закрыто. Я пойду. Понес. О, к выходу. Вот так отступит, да еще дальше. Воображает себе, что она от него улетает. Мороз ударил, и в гнезде, которые голубята были, все до одного померзли. 27 градусов было, а они, пирата нету на них, подпушка нету. А которые уже из гнездышка вылетели, совсем тоже молоденькие, но те остались живые. Сейчас я схожу, там их поснимаю. Так она у него отберет сейчас, мать. Она подошла, рядом сидит, только чуть-чуть он от сторону отбросит, она сразу его в рот, и не, изо рта не вытащишь уже. Эта паля села напротив, а он ее как будто дразнит к ней. Да уйди подальше, отберет она у тебя. О. Опять к печке сюда. Это я его белый зову. Белый-то он не целиком белый. У него хвостик маленько серенький. Вот он, видать, его. Это сегодня у нас уже 16 ноября. Летом постоянно каких-то птичек поймают. Воробушков, смотришь, уже доедает. Так устроено в природе. И так должно быть. Вот рыба мелкая, большая рыба мелкую поглощает кита. А бывает нападают акулы и кита разрывают. Итак, пустыни везде. О. А бабка сидит и смотрит, не вмешивается. Он играет-то играет, а есть-то не хочет, да и зубов-то, видать, нету. Настоящих еще. Молочные. Это чашка, им корм. Чашка для питья. Хорошая. Отступились от него все. Вот сидит она, тыкву нам надо парить, тыкву. Представь, кошка и тыква. Какая огромная тыква. Мы ее парим, она очень вкусная, в духовку.
А то еще сразу ушла дремать. Ну все, тогда сейчас пытается съесть. Это белый, с матерью спали. November 18, 2018. Вот как они растут и как ведут себя, не каждый видел. Из-за решетки мать достает. Ему там дал рыбу. И чтобы она не съела, я его закрываю. А она караулит. Съест, даже не моргнет. Намывается. О! Вот она хочет попасть туда. Ну, лапа высовывает наружу. Достает ее. Сейчас она к нему полезет все равно. Видишь, бьется, нервничает. Лапой пытается оторвать решетку. Богатырь. Вот ты ж какая игра. Володя, посмотри, что он делает. Лапу высовывает, а она сверху его лапы. Осторожно. Сейчас посмотри, вот он подойдет. Что-то. Так. Сейчас остановится, лапу туда высовывает, ее оттуда достает. Вот она пошла искать. Пошла. Вот, теперь я его отсюда вытащить могу. Решеточка. Вот она, я все убрал. Опа! Тут же она залетела и все съела. Я про это и говорил.
И вот она уже не разбирается. Вот он пытается пробиться. Как же сделать, чтобы он сам слазил-то? Тут портянку надо повешать. Так-то он упадет. Зубами попробует. Интересно. Рот розовенький такой, да и грызет еще. И как не боится упасть-то? Упадет. Упадет. Ой-ой-ой. Я ему сейчас вот портяночку повешаю, чтобы он по ней спускался. Тут ему не прыгнуть, а разобьется. Так. Владя, портянка где-нибудь есть, нет? А! Что ты делаешь тут? Из тыквы семечки выбираешь. Да. А тыкву уже посадил в печку-то? Да, да, посадил. В духовку. У меня портянки нету. Нету, нет, портянки у тебя нету. Может, где-то есть? Портянки нету. Это да. Я использовал портянку-то. Сейчас я найду портянку. Вот, нашел. Ну-ка, подожди, подожди, подожди. Подожди, давай я тебе положу портяночку сюда. Портяночку, подожди-ка. И ты по ней слезешь. Вот так, портяночку сюда дальше. Портяночку. Так. Вот это вот я тебе сюда ее. И тут положу большой ключ. Вот. Чтобы он держал ее, она не упала. Вот сейчас посмотрим, как он будет слазить. Первый раз. Догадается, нет? Портянку посади. Портянку. Так, ознакомливание идет. Вот. Мать услыхала, что он тут. И к нему тоже поди подсказывает. Вот он. Он не понимает, что надо по портянке лезть. А мать сидит, наблюдает за ним. Вот он думает туда полезти. Вот только бы, если он зад пятки стал бы пятиться по портянке-то, он бы вылез оттуда. Вот, решил туда прогрызать дорогу. Высоты-то не очень боится. Белый я его зову, белый. Ну. Давай, пробуй. Первый раз это у него такое. Похоже, уже начинает опробовать. То она пытается снять его, мать, привлекает его. Вот по этой пойдет. Нет, пытается в другом месте. Она к нему и показывает, что вот слетела. Он теперь будет стараться, раз мать ушла. Вот он первый раз. Ну тут полметра. Невысоко. Ему надо учиться. Туда главное залезут, а назад это трудно ему. А туда-то он свободно залезет. Это Паля опять ушла, она туда, где кормежка идет, а потом опять идет к нему. Лишь боится, что может упасть. Вот посередке бы по портянке-то лез. Вот она опять ему подсказывает. Надо же.
Потом все это молча делается. Это сидит здесь, а рыжая вообще не касается. Решительность должна быть. Два месяца, наверное, уже есть, потому что это дату-то не записал. Но тут уже месяц, и там сколько было. Даже, может быть, и чуть побольше уже. Там у него столовая, он один у меня, когда бывает, там и есть. Боится прыгнуть. Прям вплотную мать подошла, зовет его. Вот интересно, как зовет, подсказывает. Он не понимает, что нужно опускаться задом. И главное, голос подает ему. Ну что, тоже рановато. Ну давай, пошли. Пойдем, я тебя сниму, а потом ты дальше сам научишься лазить. Вот так. Вот он побежал к матери. Я его снял, потому что мог бы упасть оттуда, побоялся. Вот он так. Все что-то определяет. Вот. Ночная ваза, и он ее обнюхивает. Все, пошел, дядя Вова. У нас тыквы, печка топится, видно, огонек мелькает. Володя тут нашел ролик про голубей. Сейчас будем показывать других кудули. Это кудули, порода называется. Еще порода? Кудули называется. Кудули, не знаю. Их очень любят в Армении и Азербайджане. Может быть. И они разные это бывают. Это другой сорт кудуль. Это другой другая сорт. Мазь. Не порода одна и та же. А порода одна и та же, а сорт другой. А ты посчитай, сколько у них тут. Посчитай. Очень красивая птица, очень умная. Я ее полюбил давно. За пищу, за место дерутся всегда. Птица. Красота, конечно. Много людей спрашивают, это коричневые. Кибакинцы. Нет, это не бакинцы. Это отдельная группа голубей. Я считаю, они... Ну, это, видать, маленькие, молоденькие. Их в нашем крае цветных этих, босоногих, чтобы с хорошим боем, их очень-очень-очень мало. Это любитель. Его видно, что он добрый мужик-то такой. У злого человека голуби не водятся, не водятся, они дохнут. Я занимаюсь браком практически, они не дают. Но это воркуют? Я говорю о кудулях. Ну да. В кудулях я, не очень давно держу. Ну и то, уже их очистил, все. Что у меня там он делает? Эстетика. На валенках. Все там муштрует. Целый день спал. А вот сейчас уже... полдевятого вечером, и вот начинает он тут кверх ногами такие кульбиты выкладывает. О, а она залезла, тут я дрова сушим над печкой, там тепло, внизу-то вот видно, что огонь тут горит. Не знаю, что сделать еще. Маленький такой, с такой скоростью бегает, прыгает, переворачивается. Ну, где мышки убежать? Никак, неравная борьба.
Крыса большая-то, такая вот, она его одолеет. Это большой кот, тот ее сразу за гривку, за шкирку потащил. Ну ладно. Раннее утро. 4:40. Он только что слез маленький. И сразу играет с матерью. Паля. Вот такая. Он вчера что-то тут за ней мог как будто. Хвостиком туда-сюда ему играть. А вот человека так не может. Хвостика нету. Эта бабка подошла, рыжая. Иногда посмотрит вот так. Он ничего не делает. Он сидит. Она понюхает и возьмет лапой его ударит. То ли приучает, чтобы слушался. Не рыпался. Уважение к старшим имел. Это они тут тощат. Когти свои. Для многих кошка не последний друг. Египетское чудо совершенства. У ног моих свернул спящий круг и греет электрической шерстью. У меня стихотворение. Без кошки амба нашему амбару, каюк уюта в наших погребах. С мышами бой ведем мы с ней на пару, чтоб с голодухи не пришлось рыдать. Вот мое стихотворение Виктор Николаевич Савченко положил на музыку и поет. Вот зарядите, кому надо, в интернете. Для многих кошка не последний друг. В Ютубе это найдете. Валенок уронил, в него залазил сейчас, спит иногда в валенке. Ему видно тепло со всех сторон. Ну вот опрокинул валенок. Мать услышала, видимо, что-то он звук издал какой-то. Сегодня у нас 17 ноября 2018 года. Рваный мешочек. Вот это не нужно. Бросил туда мешочек, ему надо уже заглянуть в мусорное ведро. А я стою тут ногой от шевелю. Тень увидал. За тенью кошки любят бегать. Это белый наш такой. Так. Как информация у него в голову поступает. Пошел, все. Там ведро, течет вода туда, и залез туда под воду. Там вода есть и пить, а вот надо по-своему. Моет его языком.
Вот я. Он этого не понимает, что его любят так. Так, пососать. Тут упадет он обязательно. А он сосок ищет. Там, ну что там, капли, если только одна молока. У нее уже лакционный. Период лактации прекратился, видимо. Сегодня уже 15 ноября 2018 года. Это Паля со своим сыном. Вот он наелся, и она его тренирует. И старается вылизать его. А он ее даже лижет снизу. Знаешь? Притом все так ведут себя еще, как бы кусает ее. Утром накормили всех, все, сытые. Ну, сегодня что, мясом кормили.